Руки есть, но нет поднятых. Да? Спасибо. Спасибо большое. И мы закрываем докладом Анны Степановой нашу конференцию. Ань, проходите к нам. Анна представляет компанию «Ингустрах» и руководитель направления по работе с молодыми специалистами. Коллеги, добрый день. Ну, собственно, я буду рассказывать исключительно про свой опыт, про свой личный опыт и про опыт компании. Тема для меня очень, настолько животрепещущая. Это тема, с которой, мне кажется, я засыпаю и просыпаюсь постоянно, потому что я руковожу действительно направлением по работе с молодыми специалистами. Это одно из ключевых направлений в нашей компании. Да, кто не знает, да, компания «Ингустрах» занимается, собственно, страхованием. На рынке мы существуем уже более 70 лет, то есть это компания с историей. И помимо молодых специалистов, которых достаточно много, в компании есть те, которые работают по 40, по 30 лет. Поэтому компания с численностью там около 7 тысяч человек. Главный офис у нас в Москве, и, собственно, мы представлены в каждом регионе нашей необъятной родины. Пару слов о себе скажу. Ну, собственно, я тоже психолог по образованию, и мотивации именно молодежи начала заниматься более 10 лет назад, собственно, со своей дипломной работы, которую я писала в Лондонской школе экономики в направлении психологии бизнеса. Тогда тема мотивации молодежи в нашей культуре и в нашей психологической теории была, ну, на самом деле, не очень интересна. Она скорее отражала взгляды психологов, да, вот, которые там с 18-19 века. В английской культуре было немножко по-другому. Психология молодежи для них уже была актуальна.